хорошее настроение. Посмотрите, сколько нарциссов. Надо обязательно сюда нам прийти, когда они расцветут. Видать, какие-то поздние. Видите, они только начинают. А вон синенькие. Добро пожаловать на мой канал, мы гуляем. Ох, сегодня, конечно, были у меня утренние сеансы. Помогал людям по здоровью лечить. Вот. Но и взлом обрядов, которые наведены порчер на человека. И я пытался это все убрать. За один сеанс, естественно. Потому что мой дар, ну, то есть способен, чтобы это убрать моментально за один сеанс. Даже во время, когда я разговариваю с человеком, чтобы это происходило. И это у меня получается. Спасибо за ваши отзывы. Очень благодарю, потому что вы своими отзывами на самом деле помогаете другим людям решиться написать. Написать, обратиться. Очень скоро, я не знаю, вот когда они расцветут, завтра? Завтра теплый день, значит, они завтра расцветут. Надо нам сюда прийти, я запомнил это место, и я вам покажу, как они цветут. Это, я так понимаю, нарциссы, но какие-то поздние. Потому что в основном уже везде нарциссы процвели. Там тюльпаны еще есть. Представляете, такие грядки, грядки цветов. Ну, это поля цветов даже называется. Но это завтра или даже послезавтра. Вот такие будут нарциссы. Уже первые. Вот, будем наблюдать. Это тюльпаны еще просыпаются еще пока. Здесь природа вообще не спешит просыпаться. Вот. Вот такие цветы. Татьяна. Ой. Про Татьяну, она тоже ко мне обращается. Как здесь все в цветах, да? Тоже ко мне обращается. И каждое утро меня чем-то радует. Она наконец-то научилась управлять любимками своими, назовем это так. Она наконец-то научилась просить у любимок что-то. И вы знаете, она хвастается, что это все работает. Что наконец-то мужчины стали за ней бегать. Мы, кстати, еще будем и дальше продолжать это трудиться, да, потому что, знаете, как получается, многие обращаются, ой, хвастаюсь, да-да-да, а потом пошло уже не так, видать, мои чары исчезать начинают, а люди думают, начинают в уныние уходить, типа, ой, опять все начинается, опять все плохо, ничего не получилось, а нужно это как-то закрепить, знаете, печать ставить, чтобы это не ушло, или там навеки с вами осталось. Но с другой стороны, что я вам буду врать? Ничего вечного в жизни не бывает, да? Поэтому увидели результат? Надо обратиться снова. А это грибы же, да? Кстати, грибы это удивительное создание на самом деле. Они много чего знают. Они передают под землей, у них целая сеть, связь. И грибы, кто знает, такие есть. Лисички, что ли, они очень похожи на локаторы. И они ночью какую-то информацию берут, ну, с той же Луны. Такие они приемники информации. Кто не знал, вот будете знать. И они передают сеть. Вот как у нас интернет передается. Сеть, да, называется. Вот у него грибная сеть тоже точно такая же. Вот дерево полностью все в цвету. Я зашел в какой-то двор, сам не знаю, куда я зашел. Да, Петр Николаевич, все работает 100%. Вот, вот, видите, пишет. Я сегодня видел, кстати, дочки фотографии. Кто в ВК подписался, тот тоже может увидеть. Такая у нее красивая девочка. Дочка красивая. Прям достойно, достойно красивого мужчины. Ее дочка. Это саманный дом. Видите, кирпичики такие саманные. Из говна, помните? А в Москве это продается как экологически чистый продукт. Очень дорого стоит. Но
Если честно, это просто из говна. Из навоза, сена. Кирпичики сделаны. За год общения могу 1000 раз подтвердить. Так. А мы во сколько с тобой, Баладихина, созваниваемся? Я и забыл. Буц есть здесь? Буц. Никак не могу я с ней тоже связаться. Она то она вечно занята, то я не готов с ней трудиться. Там одна девочка, Наташа Буц, оплатила сеанс гипноза. Да, заплатила прям деньги, прислала и говорит, вот сколько могу, отправляю, помогите Наташе. Ну, говорит, моя такая вот помощь. Вот. Видите, у нас какие есть люди в чате. Смотрите, как небо там прорезается. В 5. Ирис. Да, ирисы были. В 5. Да, хорошо. Хорошо, в 5. Вон дом разрушенный. Вернее, они его будут видать. Пойдемте полазим, мы же любим лазить. Короче, я почти уже, мне кажется, вообще научился взламывать ваших вот этих любимок. То есть, если человек хорошие бабки мне платит, я взламываю коды, и человек начинает бегать за тобой. Ну вот примерно вот, как ее зовут тут, кто сидит, как ее зовут, Татьяна. Вот что-то как у Татьяны. Вот у Татьяны сейчас это примерно происходит. Но я ее еще пока ничего не взламывал, я просто кое-что сделал. Но я теперь уже знаю эти коды, как взламываются люди, но продаю, естественно, за большие деньги. Потому что, вы сами понимаете, это против правил. Это что? А я думал, это кирпич отломался, это так сделано. Рельефно. Ирисы были, да. Вот еще какие-то синенькие. Я не знаю, что это за синенькие. Там на фоне лилии. Это лилии. Кстати, посмотрите расклад вот этих новых карт. Они как раз научили меня взламывать коды. Там вот эти пазлы. Посмотрите видео, там минут на 15. Я там говорю про пазлы. Пазлы сошлись, пазлы нет. И вот это вообще новые такие карты, которые вы еще нигде ни у кого не увидите их. И они умеют взламывать вот эти программы, представляете, как это круто. Вот есть же айтишники, да, они взламывают там почты и все такое чужое. Вот кому-то от этого плохо, кому-то от этого очень хорошо. Ну вот примерно то же самое я научился делать. Я очень счастливый, поэтому с удовольствием иду показывать на стрим. Так, а на кофе кто мне даст кофе? Кофе. Донат. Я и забыл про кофе-то. Иду, думаю, что мне там во рту першит? А я, оказывается, кофе не выпил. Я бы поживее был бы. Ну-ка, сейчас. Очень хотелось бы, чтобы новенький перевел, угостил меня кофе. Новенький человечек. Смотрите, какое счастье вам привалит. Смотрите. Вот это да. О, какой красивый. Вот это трехцветный. Вы знаете, да, это к счастью. Трехцветная кошка. Какой он благородный. О, домовой, ты видел своего кота? Благородного. Итак, кто меня угостит кофе сегодня? Домовой, пусть домовой. У нас есть Иисус Христос, домовой. Еще какие-то есть люди. Пусть вот такие. Зато мне не надо им придумывать имена. Вон, даже бедную фамилию Бородихина, и то я коверкую Баладихина. Какая машина красивая. Спасибо за... Это же Бентли. Какая тачка крутая. Смотрите, там были синие, а теперь... А, это крокусы, да, или как они называются?
Гиацинты называются. Ого, какие красивые цветы, смотрите. А, это тюльпаны. Ну что, поздравляю, первые тюльпаны. Только кошки бывают трехцветные. Вот. Конечно, вот то, что сейчас мы видели с вами, я даже, наверное, шотс перезапишу. Красивый кот, очень красивый, ухоженный прям. А у волосы такого кот, знаете, он как сурикат, он у него сидит на попе ровно. Вот дождь ночью был, видите? Ну сейчас будут всегда только ночью дожди. Здесь на юге дожди ночью идут летом. А летом жарко. Что-то солнечная сторона, а окон нету. Как-то странно сделали. Такие тротуары, знаете, как в деревне. Хотя это центр. Льется-то. А, машины ездят. Шумно.